Всем привет, с вами Платонова Галина. Я продолжаю вас знакомить с нашими партнерами, которые посетили саммит, первый саммит на Кипре. И знакомлю вас с удовольствием с нашим классным партнером, это Юлия Хохлова. Юля, привет! Всем привет! Приветствую вас с солнечного Кипра. Я до сих пор еще нахожусь здесь, и вы не представляете, насколько я счастлива после посещения нашего саммита. С чем он тебя так зацепил? Если честно, я с системой Торсистем начала знакомиться в марте, получается, 2017 года. И благодаря ей моя жизнь абсолютно начала меняться. Вот, знаете, из такого неяркого цвета она начала приобретать цвета, яркую такую радугу. И, конечно же, когда мне админы рассказали о том, что они готовят компанию, в которой будет этот продукт продуктом, то, конечно же, мне захотелось здесь быть и вообще участвовать полностью во всем, что происходит. В общем, насколько я понимаю, ты ни капельки не сомневалась, и когда узнала, что первый саммит состоится на Кипре, ты, конечно, приехала. Конечно, приехала, потому что, во-первых, это первый саммит, и даже дело не в том, что он первый, а на таких событиях нужно быть, потому что одно дело, когда, знаете, все происходит онлайн, это очень удобно, когда, да, вы находитесь дома, вы можете проходить вебинары дома, проходить обучение дома, но совершенно другое, когда вы посещаете мероприятие, где такая, знаете, живая энергетика, где дают больше фишек, где дают больше каких-то практик, больше каких-то техник. И, соответственно, на таких мероприятиях нужно быть. И уже, да, ближайшее будет в Санкт-Петербурге в июне месяце. Конечно же, я вам рекомендую придумать миллион вообще маршрутов, как вы доберетесь, но обязательно нужно быть. Да, в Санкт-Петербурге состоится второе мероприятие компании GL. А я вас всех приглашаю. Я знаю, что на Кипре ты была не одна, ты еще была из команды, правильно? Да, все верно. Со мной приехало, получается, 4 человека, я пятая. Молодец, супер. Сколько вас будет в Санкт-Петербурге? А в Санкт-Петербурге провокационный вопрос. Нас будет значительно больше, это 100%, потому что, во-первых, да, у некоторых были определенные проблемы приехать сюда, потому что это все-таки, да, за границей, это нужен был загранпаспорт, ну и то, проблем не существует, если вы видели мою историю, да, как я добиралась до сюда. Но в Санкт-Петербурге будет, конечно же, намного больше людей, потому что в России очень много партнеров, и у меня очень много партнеров по всей России, и, конечно же, вот сейчас вы объявите дату, и будут люди планировать данное мероприятие. Ну, то, что ты в восторге от системы Торсистем, это сразу видно по твоим чекам, да, потому что если человеку что-то не нравится, он не сможет так замечательно это рекомендовать. И, насколько я знаю, у тебя большие перемены у самой и также у твоих партнеров. Расскажи, пожалуйста, о партнерской программе GL. На самом деле, я вас благодарю и Галю, вернее, Лену и Галю, да, за то, что они сделали такую шикарнейшую партнерскую программу, потому что получать 90% от купленного пакета – это просто обалденно. Вот, и я хотела бы, знаете, такое дать сравнение, то есть, как я уже сказала, с системой Торсистем я познакомилась еще в марте 2017 года, а компания открылась только лишь 26 декабря 2018 года, и все это время, да, я ее изучала и проходила тренинги Александра Корнеева, которые проходили вживую. И один из таких тренингов я организовала сама под Вологдой и пригласила туда 20 человек, чтобы они прошли. И если мы сейчас будем сравнивать то, что я сделала тогда, и переведем это на партнерскую программу сейчас компании GL, тогда я просто организовала тренинг, то есть я потратила свое время, пригласила людей, они обучились, они получили знания, это клево. Но каких-то денег
я не заработала. То есть я сделала благое дело, но все мы люди, как бы мы все хотим зарабатывать, каких-то денег у меня не было абсолютно. Если мы сейчас переведем ту сумму, которую они заплатили за тренинг, и если они бы сейчас все эти 20 человек зашли в компанию GL, то я бы заработала с этих 20 человек почти 2500 долларов. То есть тогда я просто прошла тренинг сама бесплатно, так как, да, Александр Корнеев просто вот мне дал такой бонус, с меня он не взял денег за тренинг. А сегодня я могла бы в компании уже заработать 2500 долларов за этих же 20 человек. Насколько я знаю, ты заработала уже гораздо больше, чем 2500 долларов, правильно? Да, заработала я гораздо уже больше, но я к тому, что вот определенно такое сравнение. То есть тогда я просто, да, на эмоциях, потому что я пользовалась сама этой системой, мне хотелось как много больше дать своим знакомым, рассказать о ней, потому что она на самом деле меняет жизни людей, вообще новые этапы у людей случаются, ну, очень шикарные изменения. А сегодня это можно делать за деньги. Смотрите, друзья, мы сейчас подошли к очень важному вопросу, да? К чему? То, что в своей жизни мы все время что-то рекомендуем. Конечно, да. То мы рекомендуем обучение, то ресторан, то магазин, да, то парикмахера, стилиста и так далее. И дело в том, что действительно, когда нам что-то очень нравится, мы рекомендуем это совершенно бесплатно. А здесь у тебя сложились звезды, тебе нравится продукт, да? И ты уже теперь спокойно его рекомендуешь, за что уже получаешь денежки. Но это, знаете, на самом деле, как вот, ну не знаю, возможно, вот такое сравнение подойдет, когда мы идем в кино и посмотрим фильм, и он клевый, классный, у вас там куча эмоций от этого фильма, конечно же, вы пойдете и расскажете своим друзьям, родителям, да всем на свете, что, ребят, сейчас в кино там суперский фильм, идите все Может смотреть. Может быть, кто-то жадный ни за что не расскажет о классном фильме. Ну, все люди разные, у каждого свое, но лично я расскажу 100% об этом крутом фильме, и сейчас я, естественно, делюсь данным обучением, потому что, ребят, он меняет жизни. Меняет жизни настолько, что вот прям, знаете, вот хочется вот так вот широко расставить руки и обнять каждого, вот именно так вот я сейчас ощущаю себя, и у всех оно меняется, да, то есть сейчас вот мы находимся на Кипре, у нас сейчас встреча в кафе, и пришла девушка, которая была впервые на тренинге, там у нас они проходят, и пришла девушка, которая была впервые на тренинге, которая вообще впервые увидела Александра Корнеева, которая вообще впервые начала получать эту информацию, и то, что сейчас она поделилась, то, что произошло, вот сколько, получается, прошло уже 4 дня после тренинга, вот, и у нее изменения вот буквально сразу же произошли, и не буду, да, рассказывать какие, но вот до мурашек, и мы сейчас вот, когда слушали ее историю, да, кто-то даже прослезился, потому что, знаете, кажется, что так не бывает, вот, но на самом деле бывает, поэтому всем вам рекомендую разобраться в нашей системе, вот прямо вот разобраться. И последний вопрос, батарейка у меня уже садится, уже мигает. Очень многие партнеры подходили и спрашивали, будет ли обучение для детей, да, то есть как эту систему подавать детям. Вот я знаю, что у тебя есть сын, уже школьник, да, в какой он класс ходит? Первый. Первоклассник, да, уже сейчас будет во второй класс пойдет. Вот скажи, пожалуйста, тебе, как ты считаешь, нужны ли эти знания для детей? Вот, знаете, была бы моя воля, я бы эти знания ввела бы в школьную программу, даже в детский сад в программу ее бы ввела, потому что наши дети, да, это наше продолжение, и очень важно, как они себя ведут, как они живут, и мы как мамы, да, и как папы, да, тоже, мы желаем своим детям всего самого лучшего, но если сейчас вы благодаря этой системе начнете сами меняться, начнете менять свой внутренний мир, свое отношение и вообще все, что будет с вами происходить, это в любом случае все отразится на ваших детях, 100%, и мой ребенок, я сейчас вижу уже изменения, вижу, как, знаете, еще такие определенные стандарты старые влияют на него, но он уже потихонечку меняется, и благодаря мне, конечно же, он будет, я уверена даже, да, что он будет жить счастливой, яркой, насыщенной жизнью. Юля, однозначно это так, потому что знания, которые получаем мы, да, мы автоматически это переносим уже в семью. Да, это продукт, который нужен всем.
То есть, когда вы начнете изучать его сами, когда вы сами начнете им пользоваться, будут получаться меняться ваши знакомые, ваши родители, ваши друзья, ваши родственники. Они тоже начнут вам соответствовать, и все начнет происходить наилучшим образом. Юль, благодарю тебя за это интересное интервью. Напомню, Юля Хохлова. Я тебя тоже, Галь, благодарю за то, что ты взяла у меня интервью. Поблагодарили друг друга. Благопринимаем. Благопринимаем. Все, до связи. Пока-пока.